Алло всем! Добро пожаловать на наш канал. Вот после работы решила закупиться. Заезжала в русский магазин быстренько. Потом заезжала курс в Нету. Что успела, то купила. У нас сегодня пятница. Завтра у нас обещают хорошую погоду до 27 градусов. Конечно, это такой перепад сильный. Вот. Сейчас покажу вам быстренько, что я успела закупить, потому что я знаю, мне некоторые писали, они очень любят закупки. Какая у нас еда? Люди, мы тоже покупаем русскую еду в русских магазинах, у нас тут недалеко Микс Макс, вот. И не только в немецких, но и в русском. Но, в основном, конечно, в немецких. Я в русский, если езжу, то 2 раза в месяц. А так, в основном, только в немецких магазинах я покупаю уже давно. Вот. Дети у меня очень любят немецкую еду. Очень, как бы, ну, вот так хочу сказать. У нас, конечно, тут такая катастрофа была. Вчера все залила. Нордрестфален там. Столько людей погибло. Не дай бог, но к нам не дошло, хотя у нас тоже тут май, а там вроде бы Райн растекся. У нас тоже такие дожди были, 3 недели без перерыва, без перерыва. Ну, давайте пройдемся быстренько, что я купила. Я очень люблю, я вообще сладкоежка. Шоколадку, шоколад я вообще практически не ем. Если ем, то я бывает 1 раз или 2 раза в год ем шоколад. А так я в основном шоколад не ем. Сладкого я ем очень-очень мало. Но зато печеная – это катастрофа. Вот я заезжала в русском. Я всегда вот такие вот беру. И дети у меня кушают. Вот у нас это стоило, по-моему, 4,99. Вот такая тут 300 грамм. Вот эти вот пироженки. Вот сюда буду пока ставить. Так, 4. Так, и вот это тоже так же стоит, это заварные. Так, сейчас, как вам сделать? Вот так лучше. Вот. 320 грамм здесь. Вот не 300, 320. Это заварные. Мы когда жили на севере, уже давно-давно, я как-то вам рассказывала, мы жили сначала на севере, потом переехали в Казахстан. Вот на севере возле нас рядом был Самбыт. Я вот помню, если кто меня смотрит, там с Якутска, и некоторые, когда закрывали, по-моему, наш поселок, я так вот помню, кого куда распределяли. Я вот уже не помню, но мы уехали немножко пораньше. Я не знаю, мне, наверное, лет 13 было, вот так вот где-то. И у нас был рядом Самбыт, что я хотела сказать, там постоянно для шахтеров, по-моему, для шахтеров, было вот такое вот открытое, как лавка, как сказать. И мы жили там недалеко. Мы постоянно ходили вот этот Самбыт покупать вот эти вот заварные. И вот они у меня с детства до сих пор остались. Вот люблю заварные. Прям вот заварным кремом мне нравится. Вот у меня до сих пор вот такое вот. Конечно, хорошо там было. Часто север вспоминаю. Очень часто. Особенно вот когда лес куда-нибудь идешь, ели вот. Бывает такое вот как мгновение, вот часто вспоминаешь. Потом мороженое я тут взяла, тут всякое разное, 10 штук. Есть по 59 центов, а есть по ойра, нет, есть по 39 центов, 59 центов и по 39 центов. Милена, положи, пожалуйста, в кюльшранк, в холодильник. Потом, что я хрустила, вот эти вот, по-моему, по ойрочке у нас, по ойрам. Вчера вон пекла рыжик, посмотрите. Так, вот такой тоже. Так, вот это тоже с русского магазина, сейчас немножко подвину сюда. Они с начинкой, это, по-моему, малина. А вот это с вареной сгущенкой. Потом, ну, конечно же, сгущенка без нее никак. Потом, сейчас, что я с русского? Это сгущенка, короче, это поставлю вот сюда. Я вообще вареночку люблю, очень люблю вареную сгущенку. Страшно. Потом, это у нас почти 2 ойра стоила халва, потому что многие просят цены. Я взяла самую маленькую. Так, бублики есть по ойра 59, у нас есть бублики по 3 ойра, потом есть бублики ойра 59, потом ойра 99, это, по-моему, ойра 59.
маленько. Сюда положу, наверное, тут я 3 штуки взяла. Нет, 4. 4 штуки. Так, потом вот эти вот бублики. Ой, не бублики, это пряники. Так, с ароматом банан, бананы. Потом, что с русского? Так, конечно же, в русском у нас есть и румынская, и молдавская, и поляцкая. Мы всегда эту колбасу уже не знаю сколько лет, как сырая. Я не знаю, как будет по-русски, но как мы ее называем сырая, и поляки на нее говорят, сырая колбаса. Вот, стоила она 8 евро 39 центов. Посмотрите, пожалуйста. Вот, где она? 8 евро 39 центов. 700 грамм. Сюда положу. Потом. Потом вот эта вот колбаска. Так. Так, домашняя, рубленная. Это с чесноком. Вот эта колбаса нам не обошлась. Тоже 3 евро 29 центов. Сюда пока положу. Потом, что еще с русского. Потом вот это вот. Ну, это я килограмм, знаете, взяла говядины. Куда поставить? Сюда, сюда я поставлю килограмм говядины. Она мне 12 евро обошлось. Тут косточки. Потом вот это копченая. Копченый рыбин. Швайный рыбин. Это значит копченые эти. Ой, так хотела быстро сказать. Копченые рыбин. Ребра. Так, вот, посмотрите, килограмм 36 грамм. Это значит 5 евро 70 центов. Вот, сюда положу. Вот сюда пока все положу. Потом, что еще с русского? Ну, конечно же, нету времени. Я опять на этой неделе выходные работаю. Вот. Тут, значит, килограмм 622 грамма. Это значит 12 евро. 12 евро и 96 центов. Хотела по-немецки сказать. Тут, вот, например, смотрите, вот 96, а немцы всегда считают наоборот. Sex und 90, это значит 69. Ну, почти, знаете, 13 евро. Так, поставлю сюда. Что еще с русского? Так, это не с русского. Что еще с русского? Я еще что-то брала. Наверное, у меня в машине осталось. Витренки, да, пить. Так, вот еще с русского. Это у меня вот арбуз. Там были сильно большие арбузы, но нам сильные куда? Это мы когда грилим, например, на даче отдыхаем, мы берем большой арбуз. А у нас он остается, и потом на следующий день, конечно, все идет в мюль, в мусорку. Ну, как не доедаем. Вот, это вот я взяла половину, оно мне вышло почти 4 евро потом. Ну и все, вроде все с русского. Так, пенюшку я заезжала быстренько, как всегда. Помас, помфри, или как говорят, помас. Так, вот это вот у меня вышло ойра 29, оно стоит. Потом ойра 59, это на пиццу. Потом по ойра 19, это колбаса на хлеб. Тут и вареное яйцо. Потом это идет... Я не знаю, как оно будет. Вареное яйцо. Потом идет вот эта паприка. Еще зеленый оливень-эль. Оливки. Оливень-эль, говорю. Потом хлеб, как всегда, мы вот такой берем. Уже привыкли, муку. Потом сахар. 79 центов. Потом 3 ойра с лишним. Стиральный порошок. Ойра 90... Ой, 99 центов. Почти ойра. Это хлеб с изюмом. Вот он. Мне его дочь любит, я его как-то беру. Ну, молоко. Ну, я вчера тоже закупалась. Вчера закупалась и позавчера. Просто я не успеваю снимать. Дождик идет. Все вот это мокрое. Раскладывать на стол. Я как-то... Ну, не берусь это делать. Бывает, получается снять. Бывает, не получается. Так. Тут почти 2 килограмма. Вот, я 3 евро дала. 3 евро 10, по-моему, или 3 евро там 15 с лишним. Потом вот эти вот, я даже не помню, это шоколад, даже не помню, сколько он стоит. Так, вот это 3 штуки здесь, 2 евро 59 центов, что ли.
Потом канут — это 2 ойра. Это тоже так где-то стоит. Кнопперс. Ойра 69. Была тоже красная цена на Вангеботе. Это ополаскиватель. Потом что еще? Это на хлеб маза. Дети у меня любят вот такое вот. Потом, ну вот йогурт. И вчера тоже много столько набрала. Не знаю. Мы набираем, а потом срок годности я вижу. И потом не знаю куда. И все идет у нас в другую сторону. Вот это вот тоже. Вот тут с печеньками. Не знаю. Сейчас оно в Вангеботе. Если то это меня смотрит. Сейчас в этом Эрнету. Как Вангебот на йогурт можете идти и покупать. Вот такие дела. Еще Гудхабен купила. Мне вот это все вышло на 90 ойров. Посмотрите, какая у нас погода. Сегодня апрель, сегодня у нас пятница. Хорошая погода. Завтра у нас обещает, ну, тоже сильный перепад. А вот обещает до 27 градусов. Но уже и похоже на это. Уже немножко душно на улице. То дожди, холодно. А теперь вот резкие перепады. У меня, конечно, пациенты страдают. Очень-очень такие перепады. Большое вам спасибо за просмотры. Всего вам хорошего. Я вижу, ко мне много еще подписались. Хорошего вам дня.